Завершение строительства в Приморье всех проблемных домов и восстановление прав граждан, пострадавших от действий недобросовестных застройщиков, находится на особом контроле губернатора. Для этого глава региона регулярно выезжает на объекты и при необходимости координирует работу заказчиков и подрядчиков. 20 июля Олег Кожемяка провел планерку в штабе строительства. Потребовалось и наше вмешательство, объединить усилия и Профитекса, и всех структур, в том числе, кто занимается вопросами строительства, с тем, чтобы специалисты просмотрели эти работы, оценили их, внесли изменения в проект, передали материал в экспертизу, и после проверки экспертизы они уже пошли в оплату. На стройках это возникает часто, тем более сейчас, когда произошло увеличение стоимости материалов по ряду. Губернатору доложили о том, что сделано на адмирала Горшкова 54,71 за последние сутки. Оптимизирован процесс проверки документации по выполненным строительным работам для их оперативного финансирования. Значит, мы остаемся здесь, продолжаем работу с субподрядчиками, чтобы они там, сегодня мы действие уже выдадим, исполнительную дорисуем тут же 25 и дорисовываем тут же 25. Соответственно, с субподрядчиками сейчас будем проводить со всеми работами, если у кого-то, чтобы они наращивали до получения всех этих 60 миллионов. Такой порядок губернатор поручил сохранить до тех пор, пока не появится стопроцентная уверенность в том, что дома сдадут в срок. Со стороны правительства Приморского края оказание всяческого содействия, в том числе своевременное перечисление денежных средств, помощи Профитексу в представлении специалистов, всем, чтобы оценивали эти работы, смотрели их по качеству исполнения, вот, подписывали, согласовывали эти формы. Незамедлительная оплата после подписания форм. А с вашей стороны подбор подрядчика, установление графика производства работ, который здесь вами указан, контроль за этими работами. Глава Приморья подчеркнул, что готов лично решать вопросы, касающиеся достройки проблемных домов. Анна Дьякова, Екатерина Князева, новости на Восьмом.